В разгар летних отпусков съемочная группа телерадиокомпании «Югра» решила выяснить, где югорчане предпочитают отдыхать и можно ли сегодня доверять туроператорам. Напомню, недавно из-за финансовых проблем закрылась одна из крупнейших в стране турфирм «Натали Турс». По некоторым данным, только в Югре пострадало несколько тысяч человек. Насколько сегодня можно доверять туроператорам и где вы предпочитаете отдыхать? Я предпочитаю отдыхать в России, потому что у меня пока не было цель ездить за границу. А так, ну, наверное, 50 на 50. И уже, если бы я бы покупала у тех, у кого уже я приобретала путевку. Не знаю даже, ни разу не был. Где предпочитаете отдыхать? Дома, у родителей на Волге. Я предпочитаю отдыхать в России, никуда за границу не ехать. Сам езжу в отпуск, сам выбираю места. Так что, не знаю. Наверное, если страховать путевки, страховать себя, то почему нет? Мы сейчас вот едем в Италию, но мы сами по себе. Улетаем, у нас и визы, и все, сами себе выбираем. А сами по себе не страшно? Почему сами по себе, а не благодаря туроператорам? Ну, потому что у нас есть визы, мы знаем, куда нам надо.